Прямо зараз Путін планує провести засідання Ради безпеки РФ з ядерного стримування. Вперше Росія встановила Starlink на шахет 136. Та про ситуацію в місті Вугледар поговоримо з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір, раді вас бачити. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, я теж вас радий вітати, але перед тим, як почати нашу з вами розмову, ми традиційно тут звертаємося спочатку до нашої з вами аудиторії, просимо поставити цьому відео лайк, написати коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна, і підписатися на цей YouTube-канал, бо лише так і з вашою підтримкою це відео потім подивиться якомога більше людей, а в період інформаційної війни з Росією це зараз точно важливо. Пане Романе, починаємо з того, що дійсно маємо сьогодні насичений день, і починаємо з того, що диктатор Путін скликав засідання, термінове засідання Радбезу РФ з ядерного стримування. Ймовірно, Путін знов або його посіпаки будуть погрожувати Україні та всьому світу ядерною зброєю. Очевидно, що ця подія напряму пов'язана з візитом президента в Сполучені Штати Америки, з його виступом в Радбезі ООН. Тут хотів би почути вашу аналітику, що це означає, чи, на вашу думку, після цього Радбезу будуть якісь рішучі кроки з боку Росії, чи лише слова? Россияне сейчас будут двигаться по ядерной планке, специально потрясая разными механизмами ядерными. Почему? Потому что прекрасно понимают, что идут сейчас запросы от наших делегаций к нашим партнерам о разрешении работы по российской территории дальними средствами поражения. Будет приезд того же Байдена в ближайшее время на Рамштайн, на базу Рамштайн в Германию. Там будет встреча основных лидеров Европы и Америки, в том числе Шольц там будет, Макрон, премьер Британии, то есть три ядерных державы плюс одна из ведущих стран экономических Европы, и они будут однозначно принимать решение в каком-то виде поддерживать Украину. То есть эта поддержка, она выльется, в конце концов, в какое-то решение. Вот это решение, понимая, что оно будет давить на Россию, россияне сейчас будут пытаться как-то нивелировать, то есть убрать информационный поток, ну, естественно, давить на это решение с помощью ядерной дубинки. Механизм информационный посылов может быть разный. Один из них – это вот сборы, допустим, некоторых ядерных совещаний. Пане Романе, і до наступної інформації, яка з'явилася надвечір. Сьогодні вперше було зафіксовано використання супутникового зв'язку Starlink на російському дроні «Шахет». Про це повідомляло Defense Express. І за даними Defense Express, це дозволяє мати необмежену дальність зв'язку на відстані до 2000 кілометрів. І є припущення, що тепер шахеди можуть бути використані як розвідувальні БПЛА, здатні змінювати завдання навіть на великій відстані. Наскільки це посилює можливості росіян? Наскільки це можливо? Та чи здатні росіяни дістати Starlink'і в такій великій кількості? Ну, це практично дрон на управлінні, мається в виду. Телекомунікаційна зв'язь через Starlink, яка дає можливість управляти дроном. Не только получать изображение, допустим, а именно управлять дроном. В зависимости от задачи, которая этому дрону будет стоять. Либо это разведывательная задача, либо это ударная задача. Поэтому я так думаю, что это один из новых механизмов, против которых нам сейчас придется работать. Ну, механизмов прекращения связи с тем же Starlink'ом тоже достаточно. Есть определенные системы спутника, которые могут погасить эту связь. И в принципе, опять же, ну, здесь надо определенное расположение этих систем. То есть я думаю, сейчас наши специалисты начнут работать над этой проблемой, в том числе, ну, то, что россияне пытаются придумать новые механизмы управления, допустим, теми же шахетами, это понятно. Им помогают в этом, в том числе китайцы, иранцы, северокорейцы, ну, в том числе и Starlink. То есть это уже вопрос к хозяину этой системы. Також, пане Романе, перед тим, як ми перейдемо з вами до наступного питання, ми нагадуємо нашій з вами аудиторії, що стати учасником цього стріму, направду, дуже просто. Поставте цьому відео лайк і напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь.
бо ми все читаємо, все бачимо. І напишіть своє питання, пане Романе, всі цікаві питання ми обов'язково поставимо в цьому ефірі. І тут, пане Романе, до тривожний сигнал з фронту про те, що місто Вугледар Донецької області ще не захоплене, але у ворога є певні просування. Про це запевнив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі наших колег. Журналістів він запевнив, що на околицях міста ворога ще немає, втім заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити. Втім, тут він сказав, що місто не захоплене. І це офіційна інформація. Пане Романе, що зараз там відбувається? Наскільки коректно говорити, що Збройні Сили України, ймовірно, можуть потрапити в оточення чи на півоточення, чи це лише російська пропаганда? І, на вашу думку, як російський контрнаступ на цьому відтинку фронту буде продовжуватися? Ми з вами про цю проблему несколько недель проговорюємо. Тобто, це, в принципі, такое развитие ситуации мы тоже прогнозировали. Если не будет достаточное количество сил, средств переброшено на усиление угледарского гарнизона, россияне выполнят задачу его окружения или там оперативного окружения. Сейчас можно говорить об оперативном окружении, так как с одной и с другой стороны фронта россияне достают артиллерии до, причем армейской артой достают до линии снабжения угледарского гарнизона. Это большая проблема. Именно в таком участке фронта еще и потерять линии снабжения, потому у нас еще, правда, есть время, там, ну, несколько дней, до недели примерно, решить этот вопрос, только туда уже перебрасывать надо не по пару батальонов штурмовых на усиление, а уже пару бригад, это минимум пару бригад, и через несколько дней придется перебрасывать в два раза больше сил, средств для деблокады этого направления. Плюс, если будет достаточная возможность, опять же, усиление кассетными боеприпасами 150-й артой, М-30-ми ракетами для хаймерсов, это тоже может, в принципе, выкосить наступающую российскую пехоту. Если этого всего не будет проведено, то надо будет принимать решение о выходе наших частей из Угледара и отходе. Но потеря Угледара закончится, в конце концов, потерей юго-западной части Донецкой области. За Угледаром придется уходить из Курахова, а это уже практически обрушение южной части Восточного фронта. Придется отходить практически до Великой Новоселки, до бывшего Ременского выступа. Это возможность уже россиянам заходить на Покровск не только с востока, а еще и с юга. То есть они усилили это давление специально для того, чтобы зайти на Покровск с юга и дальше отсечь уже Покровский гарнизон от связи, допустим, с Павлоградом, или, заходя с севера, отсечь его от связи с Доброполем. То есть тоже так же провести такое же полуокружение, как и Угледара, только уже Покровск. Это следующие этапы. Но самое главное, с потерей угледарского плацдарма мы потеряем контроль над Волноварской железнодорожной развилкой, то есть над сухопутным коридором железнодорожным. Россияне сейчас построили эту ветку. Мы почему-то до сих пор ее не уничтожили, хотя возможность это есть. Потому возникают вопросы к нашему политическому руководству, что это происходит. То есть есть возможность поставить строй, есть возможность усилить, есть возможность уничтожить железнодорожную ветку, те же мосты через Миус и через Кальмиус, но этого никто не делает. То есть возникает вопрос к политикам, к нашим, по судьбе Донбасса как таковой, вопрос, когда она была решена, это сейчас или несколько месяцев назад. Пан Роман, один из військових каже, що якщо місто буде абсолютно зруйнованим, хоча й так руйнування досить велике, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Якщо постане загроза, звісно, для життя і цілісності військових, то швидше за все їх і будуть виводити. Пане Романе, ми сьогодні з вами згадували і БПЛА, тільки шахеди, і ви згадували участь Китаю. Стосовно співпраці з Російською Федерацією, і повідомляє Reuters про те, що Росія створила в Китаї якийсь секретний проект з виробництва військових дронів. І російська компанія, яка називається «Купол», повідомила Міноборони, Мінвбивство Російської Федерації, що налагодила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для застосування їх у війні проти України. Йдеться про такі дрони
Гарпія-3. Можливо, вам відомо, що це за дрони, можливо, ви про них чули. Та наскільки реально, що Росія на території вже Китаю налагоджує виробництво дронів в масовому виробництві, і наскільки реально, що додаткові партії зовсім скоро надійдуть на поле бою, або ж навпаки, росіяни будуть використовувати і в інших цілях, не тільки на полі бою, але і будуть запускати і по цивільних об'єктах. Используя базовые некоторые производства Китая, используя закупленные узлы и агрегаты для средств поражения, тех же беспилотников, россияне их сначала собирали у себя. То есть крупноузловую сборку производили у себя. Но узлы и агрегаты, элементная база электроники, это была китайская. Практически все беспилотники российские, они на базе китайских. Даже тот же «Шахет», в конце концов, это «Подсолнух-200», мы неоднократно об этом говорили. Китайский «Подсолнух-200», который скопипастили иранцы, опять же, с китайских деталей получилось «Шахет». «Шахет» уже копипастили россияне, обрисовав его там «Геранью». А в конце концов, по кругу прошлись, и напрямую китайцы начали поставлять часть запчасти или, по крайней мере, узлы, агрегаты для этого беспилотника на российский сборочный завод в Татарстане. А сейчас они следующий шаг сделали. То есть уже непосредственно на китайском заводе тот, который и производил эти же узлы агрегаты, собирают уже «Гарпию». Примерно это тот же «Шахет» или «Подсолнух-200», только с большей дальностью выполнения боевых задач, плюс управление. Он может быть в том числе и на прямом управлении, они туда могут легко поставить тот же Starlink, либо какую-то из такого рода систем управления для того, чтобы использовать его в качестве уже управляемого дрона непосредственно, использовать телекоммуникационные какие-то связи, либо стратегические, оперативного уровня, допустим, либо стратегического, в зависимости от исполнения двигателя. То есть это один из вариантов, по крайней мере, прямого участия Китая не только в разработке, а еще и в постройке и, в принципе, поставке уже россиянам непосредственно готовой продукции. В принципе, ничего нового. Все равно, где будет собираться последний этап, там, в России или в Китае. Китайцы прекрасно понимают, что Россию не обозначат как государство-спонсор терроризма. У наших партнеров на это не хватит духа или, по крайней мере, они завязаны на некоторые российские экономические процессы, и они не будут сами себя обрезать. Китайцы это уже поняли за последние 2 года. И не стесняясь и не боясь вторичных санкций, они уже непосредственно помогают россиянам, причем всем спектром вооружений, уже и начиная от информационного потока спутниковых снимков, заканчивая прямыми поставками там или через посредников африканских или ближневосточных, прямыми поставками бойовой техники китайской в Росії. Ми її увидимо вже на полі бою. Також, пане Романе, направду і до хороших новин про те, що звільнення агрегатного заводу у Вовчанську було першою подібною операцією українських військ з початку повноштабної війни. Захисникам вдалося взяти штурмом об'єкт, який є великим укріпрайоном. Про це повідомив начальник російського добровольчого корпусу РДК Олександр Фортуна в ефірі наших колег-журналістів. Наскільки коректно порівнювати цей російський укріпрайон з Авдіївським Коксахімом, про який ми говорили з вами, та як би ви оцінили дійсно цю успішну операцію, і чи можемо ми, на вашу думку, щось схоже ще повторити? Ну, нельзя сравнивать с Коксахимом Авдіївським, он, конечно, помощнее будет. Да, любой Коксахим сам по себе, это довольно-таки серьезное большое предприятие, и укреплено, причем и под землей, в том числе, там несколько этажей подземных, технологических есть. Агрегатный завод чуть другое, чуть поменьше предприятие как таковое, но тем не менее, оно именно агрегатный завод, почему россияне очень долго за него держались, он был таким замковым камнем в линии обороны и нашей, и российской, с одной стороны. То есть он нам мешал вскрыть российскую систему обороны, а мы не давали россиянам продвинуться, удерживая этот агрегатный завод с помощью стены огня, то есть артиллерии, артиллерийской завесы, так называемой, от дальнейшего продвижения. Поэтому
Нам надо было решить эту проблему с агрегатным заводом для того, чтобы открыть механизмы дальнейшего выдавливания россиян из Волчанска. Эту задачу выполнили спецподразделения Главного управления разведки, профессионалы, которые уже неоднократно показывали такую свою положительную и профессиональную работу. Долго готовились, но, как всегда, очень грамотный, правильный подход ГУРа к выполнению такого рода задач привел где-то к недельным практически боям постоянным и уничтожению российского гарнизона на этом заводе, плюс с пленением двух десятков россиян, то есть российских военных. Я думаю, как раз ГУР их взял в плен, он их обменяет в ближайшее время. То есть ГУР занимается у нас в том числе обменом пленных. Тут еще одна задача выполнена. Мы как минимум два десятка наших ребят, которые уже третий год томятся в российских застенках, мы можем получить обратно живыми и здоровыми. Ну, со здоровьем, конечно, проблемы будут, но живыми хотя бы. Пане Романе, і також до наступної заяви про те, що на фронті можуть скластися обставини, які протягом року призупинять війну Росії проти України. Однак цей варіант, звісно, навряд чи буде задовільним для нас. Про це заявив засновник та командир спецпідрозділу БПАК Тахи Мадяра, Роберт Бровді Мадяр, в ефірі наших колег. На вашу думку, за яких обставин може скластися ось така ситуація? Та якщо раптом пропускаємо, що таке може статися, що це означає для України і що це буде означати для російської окупаційної армії? Росіян для того, щоб зупинити давлення росіян на різних участках фронту, є тільки один механізм – почати уничтожати тили противника. У нас поки на даний момент несовмістимі позиції по кількості лічного составу і техніки. Ну, на даний момент, по крайній мірі. Як зупинити це, уничтожити стратегические склады противника, то есть мы уже начали это делать, 107-й, 23-й склад уничтожены, это стратегии. Уничтожить аэродромы на определенных дальностях, хотя бы до 600-700 километров, мы это можем, если будет достаточное количество беспилотников и ракет, о которых мы в последнее время слышали. Плюс, может быть, помогут нам наши партнеры, все-таки передадут нам достаточное количество своих ракет, тех же Storm Shadow, скалпов с дальностями за 500 километров. Может быть, вопрос решится и по Таурусам. Плюс, конечно, было бы неплохо, если бы нам передали достаточное количество тех же атакамсов 300-километровых, плюс ракеты к F-16, ракеты Джазом, крылатые ракеты, но с разрешением работать по российской территории. Но это механизмы, как бы можно было бы, в ответ на вопрос, как можно было бы остановить российское продвижение и боевые действия, активные боевые действия со стороны России. Ну, никто же не говорит, что мы их остановим. То есть для нас это уменьшение боевого потенциала российского для того, чтобы начать выдавливать российскую армию, уничтожать ее, выдавливать ее за границы нашей территории. Задачу освобождения Украины, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины никто ж не снимал и снимать не будет, особенно с военных. Украинских военных, которые давали присягу народу Украины, ни политикам, ни правительству, ни президенту, ни кому-то еще, ни нашим партнерам, народу Украины сохранять и восстанавливать территориальную целостность, суверенитет государства. Этим и будет заниматься наша армия. Пане Романе, і от продовжуючи тему безпілотників, ЗС РФ наносять на дрони свої дрони, знаки Збройних сил України. За словами волонтера Стерненко, росіяни пофарбували відоме БПЛА російське зала в чорний колір, нанесли українські лівреї. Навіщо намалювали там хрести вермахту? На вашу думку, наскільки от така стратегія вона зможе спрацювати масово або десь точково, та наскільки об'єктивно, з висоти, наприклад, дійсно можна зрозуміти, що це зала, а не, наприклад, український дрон? Ну, дело в тому, що росіяни постійно креативують, вони включають всі механізми, які в голову прийдуть для того, щоб обезпечити деякі свої средства розвідки або пораження. И вот последнее время украинские войска нашли определенный механизм уничтожения российских орланов, зал, суперкамов. То есть у нас уже есть довольно-таки большой спектр беспилотников, истребителей и подготовленных операторов. То есть у нас есть летчики, можно так сказать,
которые ведут истребители на уничтожение российских беспилотников. И очень вот сейчас такие показательные цифры, уже даже есть в информационном потоке десятки российских ЗАЛ, суперкамов и тех же Орланов уничтожаются именно вот таким способом. С одной стороны дешевым, а с другой стороны довольно-таки точным. Выход осуществляется этих беспилотников с определенным наведением, естественно, с визуальным контактом. И вот они пытаются как-то выйти из-под удара именно этих беспилотников, обозначая свои, пытаясь обозначить свои беспилотники, принадлежность к украинским вооруженным силам. Может быть, рассчитывая на то, что будет определенная заминка при выходе, ну и даст возможность им уйти. Они, кстати, сейчас начали ставить на некоторые свои беспилотники камеры заднего вида, так называемые. То есть камеры, которые видят заднюю полусферу, естественно, передают эту информацию оператору, который ведет дрон, и для того, чтобы выполнить определенный противодронный маневр. Это как минимум, потому, скорее всего, рассчитывают на то, что наши истребители, которые заходят на уничтожение российских беспилотников, они дадут некоторое время форы российским операторам. Потому используют такой подход. Ну, это не приведет к желаемым результатам у россиян. У нас специфический механизм вывода и выполнения боевой задачи, вывода на цель на российский беспилотник, выполнение боевой задачи, он исключает возможность какой-то подставы, так сказать, или перекрашивания. Мы точно понимаем, что идет именно российский беспилотник, и его уничтожаем. Пане Романе, Російська Федерація продовжує обстрілювати не тільки Україну, але й продовжує обстрілювати свою територію. Відтак, літаки окупаційної армії Російської Федерації за останні місяці поточного року впустили на російську територію та окуповані землі України майже 130 фугасних бомб. За даними Астра, одну з них виявлено було в Білгородській області декілька днів тому, 23 вересня. Станом на зараз, які можуть бути або які залишаються основні причини ось цього незапланованого сходження російських бомб, авіабомб, та чому росіяни продовжують це робити, знаючи, усвідомлюючи, що не всі бомби долітають туди, куди треба? Ну, в ТТД любой бомби забиті определені механізми, допустим, нештатного сходу. Есть коэффициенты этого нештатного схода. В основном это либо конструкционные некоторые недостатки с подвеской самой бомбы или подвеской бомбардировщика, либо это ошибки в технике пилотирования летного состава, которые, в принципе, возможны, особенно при больших скоростях, то есть некоторые нерасчетные режимы с перегрузками или со скольжением, и тогда бомба или ракета сходит нештатно, либо при сбросе что сходит нештатно. Есть определенные механизмы, допустим, в аэродинамике, которые дают возможность даже выполнить так называемый последний поцелуй бомбы. То есть бомба при сходе еще и бьет по самолету. Иногда самолет разрушается от такого нештатного схода. Но бомба после нештатного схода, однозначная ракета, она падает на землю, взрывается или не взрывается, это зависит от того, как взвелся взрыватель или нет. А вот то, что она не выполняет боевую задачу, это еще раз повторюсь, расчетный режим. Почему много так мы видим или слышим, да и россияне в том числе понимают, что на них сыпется с воздуха вот такие подарки, это только из-за того, что интенсивная работа авиации сейчас ведется. Больше сотни таких авиабомб сбрасывается по целям на нашей территории. И в том числе уже и по Курской же области, уже российская территория, но тоже пытаются по целям. А так как больше сотни, то хотя бы в коэффициенте где-то в один к сотне, даже вот одна бомба в один, то есть в день одна бомба может вот так нештатно сходить. А это уже в месяц 30 авиабомб. Ну, примерно так. 1%, допустим, нештатного схода допускается, а это значит большое количество нештатных, вернее, бомб, которые на земле находят или в разорванном, или не в разорванном состоянии. Это уже в зависимости от срабатывания.
Пане Романе, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. Дякую за вашу аналітику, чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник з вас Української армії, традиційно відповідав на найголовніше питання сьогодні. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, ваші думки щодо тих тем, які ми обговорювали. Також напишіть ваше місто, не забувайте про це, бо ми все бачимо, все читаємо, от звідки ви нас дивитесь. І також підпишіться на цей YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.